сегодня везде нужно я размазать. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. Вы снова на нашем канале. Сестрички. И сегодня у нас рубрика «Вкусняшки от сестричек». Мы подготовили для вас что-то очень интересное. А сегодня мы хотим сделать огромную конфетку. Угадайте, какую конфетку? Бамти! Это моя любимая конфета. Какая ваша любимая конфетка? И сегодня мы из такой конфетки сделаем. Вот такую конфетку. А большая. Ну что, ребята, пока мы будем начинать, подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. А мы погнали. А для этого нам понадобится... Каков вестер? Конечно же, не один пакетик. У нас их три. На всякий случай. Дальше нам нужен тюбик крема. И ты чё? Сгущёнка. У нас их тоже три. Чтобы жопа слиплась. Такой вот в упаковочке сгущённое молоко. Лека. Милк лайк. И ещё самое главное, что нам нужно. Шоколадка. Вот у нас не только одна шоколадка, у нас целых четыре. Они охронные. Витаминка. Нам еще понадобится вот такая вот формочка. Такая штучка. Представьте, вот такая вот конфета Баунти у нас будет. Еще нужно вот это. Так, ну что, ребятки, у нас уже все готово. И сейчас мы... Давайте посмотрим, что у нас в этой шоколадке внутри. Там понятно же, как шоколад. Вот такая шоколадочка. Там кокос. Самая простая конфетка, которая вообще существует. Потому что тут только кокос и шоколадочка. Ну что, ребят, сначала мы посмотрим, сколько кокоса нам понадобится. Мы сейчас это в емкость сюда насыпем и посмотрим, сколько нам пачек понадобится. А вы ее помыли? Кокоса никогда много не бывает. Это два. Ну подожди, нам нужно еще подумать, что у нас это шоколад еще. Ставьте лайк, если вы пробовали Баунти. Папина любимая шоколад. Я уже почти пересыпала два пакетика, я думала, что столько вот. Нет, еще. Нет, Ксения, подумай еще, вот сгущенка сюда еще. Я думаю, столько хватит. Это теперь мы пересыпем в тарелочку. Ксения, ты сейчас это все будешь убирать. Смотрите, что она наделала. Да, ну сюда вот пересыпать. Я сейчас присыпала сюда горох. Так, и теперь мы будем выдавливать гусенику. Ну, пока что только один тюбик. Попробуйте, вдруг она не вкусная. Да. Вкусная? Наливай. Давай тебе! Подожди. Эй, кекай. Может, я алле стал. Я их пишу не там. Ауч. Ребят, все мы перемешиваем. Ух ты. Как круто перемешивается. Вау. Нужно две. Да. Я сейчас буду выдавливать второй тюбик. Ой, как вкусно, Рафаэль, пахнет. Наверное, три понадобится. Значит, бить. А, наверное, четыре. А у нас нет. Сейчас лучше не куры, потому что у меня потом будет живочкой болеть, поэтому не могу попрыгнуть. Давай, Шезень, Ксения. Давай, добей. Прессинг. Фас раус. Исмус раус. Это у нас кикает. Давай миксером попробуем. Ну что, ребят, вот мы ее уже и перемешали кокосик. Какая вот у нас смесь получилась. Она... Теперь нам нужно застелить пленку формой, чтобы потом было легко вытащить нашу конфетку. Иди ты какао. Конфетка. Держи! Видно не конфетка. Конфетка. Видно не конфетка. Ну что, ребят, мы начинаем заполнять, выкладывать наш кокосик. Я боюсь. Делать это нужно очень аккуратно. Все равно у нас это не получится, потому что у нас Ксения. Нет! Всегда не получается, когда Ксения с вами. Ксения, осторожно. Я боюсь. Люлька. Смотрите, ребят, хорошенечко утрамбовываю. Так наша конфетка получится ровно. Даже конфетка должна получиться ровно. У нас немножко тут осталось. Так, сейчас мы утрамбовываем и потом... А, потом наша конфетка должна в холодильник. На сколько? На часик. После этого мы убираем нашу конфетку в холодильник. Хватит жрать. Это мое. Эй, Катя, стоп. Это теперь у нас холодильник. Осталось совсем чуть-чуть доложить. Здесь у нас получится конфетка Баунти. Ну или похоже на Баунти. Потом мы позовем папу на дегустацию. Потому что он профи. Он знает точь-в-точь, как что Баунти, а что не Баунти. Мне он скажет, это не Баунти, это говно. Трамбовая! Капалаха! Нужно намочить. Нет. Нет, я еще не хочу. Все, я за.
закончила. Теперь мы это уберем на часик в холодильник. И в это время я буду играть в Fortnite. А сейчас мы должны растопить шоколадку, чтобы потом ее сверху холодильник. Ломаем наш шоколад. Это вкусный шоколад. Не кушаем, а ломаем. Я попробую, что вкусно. Милка всегда вкусная. Ставим на водяную баньку. Сейчас, подожди минуту. Ксения! Нужен этот шоколад! Может быть, там вот этим? Кстати, ребят, переходите на наш инстаграм и пишите нам, какие рецепты хотите, чтобы мы их делали. Или попробовали. Или конфетку, какую мы бы могли бы сделать. Например, вот Баунти. Суши! Или Сникерс. О, май гад. Под этим видео будут комментарии выключены, как всегда. Так что пишите в последнюю фотку. Или нам просто в директ. Она будет больно. Она будет больно. Я понимаю. Бульбани. Бухан. Она очень сильная. Маккейк. Маккейк. Баунти. Наша шоколадка потихоньку. Ой, стапливается. Блин, надо немножко добавить. Блин, я даже немного водички добавила. Я бы жлакала. Я тоже вчера бы жлакала. Смотрите, ребят, шоколад растаясь. Он горячий. Я буду держать. А ты должна поливать нашу конфетку. Теперь мы будем заливать нашу конфетку. Ой, быстрее, горячо, очень сильно, Ксения. Горячо. Давай размазывай быстрее. Вот, вот. Вань, горку. Ох, ужас. Теперь размазываем. Так вкусно пахнет шоколадом. Нужно здесь равно. Ксения, везде нужно я размазать. Делаю. Блин, я кого? На мой телефон. Так, ну что, ребят, сейчас мы это поставим в холодильник, чтобы это хорошенько застыло. Так, сейчас мы посмотрим, если у нас есть место в холодильнике. Здесь вот внизу. И теперь буквально минут 15 и оно застынет. А для вас это одна секунда. Ребят, пока у нас там замораживается наша конфетка, мы сейчас будем, раступлим еще шоколад. Еще нужно растопить две плитки. Вот у нас еще две. Так, сейчас мы должны ждать, пока оно растопится. Надеюсь, оно не будет стрелять. Оно уже начинает таять. Мне уже не терпится попробовать, как у нас конфетка получилась. Смотрите, она уже тает. Что, ребят, сейчас мы будем вытаскивать нашу конфетку, огроменную конфетку. Вау, смотрите, как она у нас получилась. Мы сейчас ее положим сюда и будем заливать шоколадом. Боже, у нас все получится. Ну что, ребят, сейчас будет самое интересное. Как это красиво. Размазать? Да. Полотенце. Теперь надо аккуратненько все размазать. Теперь мы будем взять узорчик. Вау! Ну что, ребят, как вы думаете, похоже на конфетку Баунти? Мне кажется, очень похоже. А сейчас нам нужно убрать ее на часик в морозилку. Ну что, ребят, вот и прошел час. А вы готовы видеть, что у нас получилось? На счет три. Раз, два, три! Это наш Баунти. Мне не терпится его разрезать. Давайте сравним с такой маленькой конфеткой. И с большой. Это просто такая тут, закругленная, а у нас нет. Что, давайте резать. Ну что, ребят, сейчас мы будем резать наш торт. Он очень сильно замерз. Мне кажется, получилось круто. Если вам тоже понравилось, то ставьте лайк. Так, ну что, ребят, сейчас мы будем дегустировать нашу конфетку. Давайте позовем нашего папу, потому что это тоже своя очень самая любимая конфетка. Смотрите, мы уже нарезали нашу конфетку. Это мой фаворит. Ну что, ребят, я думаю, вы уже поняли, что им очень понравилось. Очень вкусно. Если вам понравилось это видео, подписывайся на наш канал. Ставь лайк. Пока-пока.